Зараз маємо унікальну можливість трішечки більше поговорити про цей вид спорту, про перемоги з нашою ранковою гостею. Сьогодні хочу вам її представити. Це Стела Захарова, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми, знаєте, вітаємо і вас, тому що ви все одно це, якби, сказати, ну, не ваше дітище, але це те, що сильно стосується і вас, і ми все ж таки захоплюємося нашими спортсменами і маємо до вас декілька запитань. Ось, давайте розпочнемо з того, що взагалі, як вам, як професійної чемпіонці, дізнаватися про те, що ось молоді наші українці вже у 18 років здобувають перемогу. Які у вас це викликає відчуття? Ну, у мене, звісно, просто переповняють мої чувства. Во-первых, я як віце-президент Української федерації гімнастики, хочу від імені всієї нашої спортивної спільноти поздравити наших і тренерів, тому що це огромніша їхня заслуга. Наших тренерів Геннадія Сартинського, Ірину Надюк, всю-всю спортивну нашу спільноту, які йшли до цього і готували наших ребят. Ну, звісно, зрозуміло, що ребят теж так же. Я, звісно, у мене переповняють емоції, тому що, знаєте, коли ти тут знаходишся в Україні і наблюдаєш там те, що відбувається, я розумію прекрасно, наскільки це відповідально, насколько это важно для Украины, когда ребята сегодня прилетают и привозят, не просто так приезжают, да, как туристы, а все-таки оправдывают те надежды, те, как бы, ну, знаете, такие обещания, которые многим говорили, обсуждали, что да, мы со временем принесем медали, да, на это надо время, это не просто так делается. Вот, и мы оправдали эти наши достойные, наши, значит, тренировочные процессы и достойные выступления наших ребят. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное спасибо. Вы знаете, это медали, которые не просто там случайные, это медали предсказуемые, потому что сегодня надо ставки ставить очень сильно на молодых ребят. Так. И, как правило, это было сделано в правильном направлении. Молодые ребята, которые сегодня должны обкручиваться, то есть мы так термин такой говорим гимнастически, к Парижу, потому что очень укороченный цикл остался до Парижа, времени совершенно очень мало, 3 года. Вот. Следующий чемпионат мира квалификационный, поэтому этот будет отборочный на лицензии на Олимпийские игры в Париж. И я считаю, что ребята очень многое сегодня сделали, показали, тем более молодые ребята. И это всегда было, когда мы двигаемся и даем право возможности сегодня реализовывать молодым гимнастам. Це и так... они оправдали это доверие. Ну, ви знаєте, це, м'яко кажучи, виправдали, тому що реально гордість переповнює. Ну, молодці. Причому я розумію, що навіть 18-річні, 19-річні, і це, ну, прям, от в наступних Олімпійських іграх я розумію, що ми будемо брати золото. Інше нам не підходить. Це, наверное, 100%. Но я вам хочу сказати, що, во-первых, ну, не хватає ще немножко, видно, соревновательного процесу у ребят. Ну, вони наверстають це все за ці роки. Зараз і от мой кубок, який 20-й юбілейний буде на наступний рік, теж, да, даст им как бы фундамент определенного выступления, да. Жалко, конечно, что Назар Чапурнова, что первый результат у него был на прыжке, вдумайтесь, первый результат. Ну, немножечко видно психологически, он перегорел. Ну, ничего страшного, к этому надо идти, стремиться, тренировочные процессы дальше, выводы сделают определенные наши тренеры. Но факт, что я хочу подчеркнуть, ребят, вы знаете, вы себе не представляете, насколько это важно в многоборье, так. Илья Ковтун, в многоборье, хочу подчеркнуть, не на одном снаряде там, да, как у нас некоторые тренируются на одном снаряде и целых там 4 года и выступают только на одном снаряде. Раньше такого никогда не было. Самое главное было это многоборье. Это очень тяжелый соревновательный процесс. И многоборье Илья выиграл, занял 3-е место, значит, обошел россиян, но, к сожалению, еще не хватило, наверное, силенок таких, с такими монстрами, которыми он соревновался, это Китай и Япония, это реальные монстры в мировой гимнастике, и я вам хочу еще одно подчеркнуть, в тех условиях, которые тренируются эти монстры нашей спортивной гимнастики, и которые тренируются наши ребята, это большая разница, поэтому вдвойне, надо сказать, вопреки всему, ребята приносят такие результаты, и тренеры их поддерживают, ну і ми вся общественность, которая находимся здесь, в Україні. А я б хотів би от саме про Чапурного запитати. Ви сказали, що він, можливо, перегорів. Просто тут, ну, він би якби впав, і це могла бути просто випадковість.
Чи все ж таки, от просто я намагаюся зрозуміти, що от для 19-річного спортсмена це ж колосальна відповідальність, чемпіонат світу. Угу. І тут можна і психологічно, напевно, зламатися. Ну от поэтому я і сказала, що чому такий термін, що ти перегорів психологічно, Назар був дуже сильно готовий, да, і прыжок, який він показував, аналогом вообще в мире нету, да. І ми должны это понимать, ми должны это популяризировать свою страну, свою гимнастику спортивную. Мы должны как можно больше доносить сегодня до нашей общественности. Вот. И знаете, психологически, видно, не хватило немножко. И я так понимаю, что тренеры, которые сегодня приедут, и ребята сделают выставки, определенные выводы, и будут над этим работать. Потому что можно быть великолепно готовым, но психологически маленькое мгновение, там одна минутка вот эта вот, она может сыграть лишение, лишение медали. Да? Поэтому тут, во-первых, живые люди, тут непредсказуемость, и я надеюсь, что эти моменты все учтут и обязательно исправят на следующий чемпионат мира и Европы, который будет проходить. А ось мені цікавий момент, ви сказали про тренування. Кажемо, якщо, наприклад, порівнювати з Китаєм, Японією, Україною, що це зовсім інший вид тренувань. Чим це покликано? Тобто це через якісь наші можливості, там, території, на яких займаються, через тренерський склад. Чому, наприклад, різниця? Ну, перше, я хочу підчеркнути, саме основне – це інфраструктура. И когда мы сегодня поднимаем вопрос уже не на один год о том, что в Кончезаспе на олимпийской базе нужен тренировочный зал для спортивной гимнастики, который приносит медали. Вопреки всему, медали приносит гимнастика спортивная. Да? Мы поднимали уже неоднократно этот вопрос и говорили, и я в эфирах вообще многих каналов говорила. Ну, знаете, как-то так это все на самотек спускается. Все обещают, обещают, но, к сожалению, большому, наверное, не до спорта сегодня. Хотя спорт – это один из... знаете, таких вот символом направлений страны, показатель нашей страны, нашего общества, нашей экономики, нашего развития. Это социальное направление и лица нашей страны. Угу. Вот мы делаем все для того, чтобы не опозорить нашу страну, а наоборот, как можно лучше ее представить так в мире. Но должны люди идти, те, которые работают в определенных местах, отвечают за бюджетные деньги, которые получают, да, на развитие спорта, они в первую очередь должны стремиться бежать и прибегать и спрашивать, что нужно сделать, что нужно исправить, какие условия нужно создать. Но когда худшие, вот вы знаете, я читаю Facebook, некоторые комментарии со многих стран наших тренеров, так, которые уехали и работают там, они говорят, худшие условия в Украине в спортивной гимнастике во всем мире. Угу. Я вам серьезно говорю, но это без того, чтобы там как-то кого-то унизить или оскорбить там. Понимаете, это правда, это факты, и мы должны с этим соглашаться. И мы должны как-то исправляться, а не брать во внимание себе как упреки там или оскорбление какое-то. Нет, это нужно делать для того, правда. На правду, так. Это нужно делать, иначе мы лишимся и тренерского состава, и спортивных наших чемпионов. Они просто будут уезжать туда, где могут тренироваться в тех условиях, которые им создают хорошие. А от мені дуже цікаво, знаєте, саме от психологічний аспект тих питань, які ми сьогодні підіймаємо. Чи може ось те, що не вистачає, наприклад, фінансування, немає нормальної бази тренування, воно якось психологічно впливати на спортсменів? Вони будуть не настільки вмотивовані? Ну, звісно, естественно, це ж фактори, різні фактори. Знаєте, от, смотрите, коли ви приходите в студію, да, якщо у вас нету стульев, якщо у вас нету стола, де сесть, якщо ви стоїте стоя, якщо у вас не ті камери достойні, які можуть правильно, так, красиво показати, представити вашій компанії ефір, да, то что вы, естественно, будете делать? Вы будете искать возможности уйти на другие каналы, где вам предоставят это все для того, чтобы вы могли как профессионалы себя реализовывать. Но а вы что считаете, что в спорте по-другому? Если нету там зала, если нету, я условно говорю, спортивного оборудования, так, и так далее, то как вы считаете, на чем должны гимнасты себя реализовывать и как они могут потом показывать результаты? Но сегодня, я же говорю, вопреки всему, если мы сегодня возьмем многие страны другие в областях, даже если берем в областях какие спортивные объекты и спортивные залы,
то мы даже и не мечтаем такое иметь на сегодняшний момент в Конча-Заспе. Вы говорите о финансировании. Да, финансирование сейчас идет прекрасное. До Олимпийских игр вообще в 4 раза финансирование было больше, чем в предыдущие года. 4 раза был бюджет больше. Но сейчас великое будовництво идет. Мне очень хотелось бы, ну, знаете, для спортивной гимнастики, чтобы они тоже позаботились, подумали и все-таки рассмотрели вопросы о строительстве спортивного зала гимнастического. Потому что единственная страна, это Украина осталась, где нету спортивного зала второго для спортивной гимнастики. Мальчики и девочки тренируются в одном зале, сталкиваются лбами друг с другом. Ну, условия просто, ну, реально ужасающие, честно говорю. Поэтому мне бы очень через канал хотелось сегодня обратиться и к тем представителям нашей власти для того, чтобы они рассмотрели и максимально быстро мобилизировали себя и сделали выводы и как бы помогли нам. Но я так понимаю, что до Олимпийских игр, до Парижа нам не видеть этого. Поэтому на будущее, может быть. Ви сказали такий важливий момент. Я просто думав, що гімнасти, там, дівчата та хлопці, вони тренуються разом, і це нормально. А виходить, що вони повинні тренуватися кожний в окремому залі. Конечно. А с чем это повязано? Дело в том, что тренировочные процессы у мальчиков и у девочек совершенно разные. Мальчики, вот смотрите, Илья Ковтун, да, ему 18 лет, это еще, перспективный гимнаст, это только-только начинающий молодой гимнаст, который только крепнет, и к 22 годам это будет самый расцвет сил у него в гимнастике. У девочек 22 года, она уже где-то на подходе заканчивает, да. И девочкам, у девочек всегда тренировочный процесс намного больше, длительнее, они больше всегда уделяют внимание тренировочному процессу, чем мальчики. Мальчики иногда бывает приходят, они хотят там поиграть в футбол, где-то там что-то немножко по-другому свой тренировочный процесс поставить. И когда это происходит, один ковер, во-первых, на одном ковре не могут найти как бы точки соприкосновения гимнасты, потому что время надо и мальчикам, и девочкам. Получается один гимнастический ковер, где все прыгают. Один конь, где прыжок, где тоже это гимнастические дисциплины, так называется, да? Где тоже пересекается, у нас один пересекаются мальчики и девочки. В общем, получается не всегда взаимопонимание это. И во всем мире всегда присутствует и мужской, и женский гимнастический зал, где свободно могут тренироваться и себя реализовывать гимнасты, и ребята, и девочки, так как они хотят. Иногда бывает такое, что играют в футбол, мяч попадает в лоб гимнастки, которая стоит на бревне, она получает травму. Понимаете? И кто это потом дальше будет, эти моменты как-то так вот отвечать за это, за все, что можем лишиться гимнастки, которая там в команде может принести медаль на чемпионате мира. Знаете, вот такие вот, вроде бы, казалось бы, это мелочи, но они глубоко не мелочи, когда судьба решается, медали для нашей страны. Ну, знаєте, взагалі, ось це питання, наприклад, спорту, те, що ми вже поговорили про те, яка в нас зараз спортивна молодь перспективна, про те, що нам потрібно для тренувань. А от, наприклад, ви сказали, що скоро будуть ваші змагання. Да. Ось, а ми можемо трішки розповісти про них, наприклад, щоб детальніше розповісти нашим глядачам і, можливо, тим спортсменам, які вже зараз подумають, ну, напрацювати цю собі конкурентну спроможність. Ну, ви розумієте, що це професіональний міжнародний спортивний праздник, великий турнір, где мы уже разослали на все международные федерации заявки. Это будет в следующем году, в мае месяце, 20-й юбилейный. Представьте себе, сколько лет, 20 лет я представляю в Украине страну нашу в позитиве. Поэтому мы готовимся очень серьезно. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше наших молодых ребят пришли, посмотрели. Да, я думаю, надеюсь, что, во всяком случае, не будет локдауна, и у нас будут трибуны заполнены, потому что очень много людей, и молодых, и мам, и пап с детьми хотят прийти посмотреть соревнования для того, чтобы потом побежать в спортивную секцию, в спортивной гимнастике, как бы, и заниматься уже именно спортом. Поэтому это очень многое значит, это популяризация. И второе, я хочу сказать, что, знаете, все-таки
за столько лет прошли монстры мировой гимнастики у меня на турнире, которые вот именно приезжали, значит, как площадка пробовательная к стартам большим, и это очень много вас стоит. И я хочу сказать, что через себя мало того, что приезжает очень много туристов, которые оставляют здесь деньги, поднимают немножко экономику нашей страны. Да, да, немалое количество приезжает людей, иностранных гостей. И таким образом мы через себя как бы проводим такие месседжи для нашей страны, популяризации нашего спорта украинского. Это очень многое значит. Вот. И для меня тоже очень большое значение имеет, что я всему миру доказала, что в Украине есть такие мероприятия, есть такой турнир, где съезжается вся элита мировой гимнастики. Но это многого стоит. Поэтому 20-й юбилейный, мы очень сильно готовимся. Будет онлайн-трансляция. Вау. Я не хочу все секреты рассказывать. Мы стараемся, во всяком случае, через средства массовой информации тоже информировать, популяризировать максимально. Я стараюсь. Я делать все стараюсь. Хотя это очень сложно, это очень тяжело. Знаете, когда ты понимаешь, что в нашей стране сегодня масса других больших проблем и вопросов, которые для нашего населения, для нашей экономики, для вопросы поднимаются также и энергетики сегодня, и отопление наше. Ну, колоссальный значит, фронт вопросов, так, которые сегодня надо решать для общественности, для людей. А мы можем там побачити різні категорії? Нет, у нас... Нет, у нас нету детей, у нас есть профессиональные гимнасты, у нас есть, значит, определенное количество гимнастов-юниоров, которым мы даем право, аналоговые мероприятия в мире такого нет, это очень сложные мероприятия спортивные, мы даем небольшой процент молодежи, и в основном уже приезжают взрослые гимнасты, где себя реализовывают, опробовываются и так далее. Знаете, я всегда говорила, мне очень хотелось бы провести этап Кубка мира или чемпионат Европы, мы разговаривали очень долго с президентом Европейской Федерации гимнастики Фаридом, да, президентом, да, мы привозили его, мы показывали локации, что, где это возможно, потому что дворец спорта сегодня, он вообще не соответствует техническим параметрам для того, чтобы провести чемпионат Европы или мира, или этап Кубка мира. Потребно досконально? Конечно, но дворец спорта 60-го года. Ну, вообще, последним технологиям он просто не соответствует. Там, ну, понимаете, это, но нам не дадут права провести, потому что есть определенные четкие правила для проведения таких статусных мероприятий. И Федерация Европейская, и Федерация Международная, она очень следит за этим. И есть определенные четкие параметры, что нужно сделать, какие залы нужны, сколько залов надо, какое оборудование надо, какой инвентарь. И это удовольствие не очень дешевое. Только взнос один за мальчиков и за девочек 320 тысяч евро. Вот представьте себе. Поэтому... За одну людину. Нет, это за взнос проведения получить статус чемпионата Европы в нашей стране для того, чтобы от Европейской Федерации гимнастики нужно заплатить взнос Европейской Федерации гимнастики 320 тысяч евро для того, и еще ты должен получить право, потому что сидит комиссия, которая смотрит и рассматривает, подает не одна страна Украина на проведение чемпионата Европы в Украине, а подает 5 стран. И они уже смотрят, и Европейская Федерация, где какая страна престижная, где развивается гимнастика, где много чемпионов в гимнастике, где приносятся результаты и так далее. И дает право, этой комиссии дает право проведения чемпионата Европы, где условия соответствуют, естественно, тем правилам, которые прописываются Европейской Федерацией. Вы знаете, там очень много всяких вопросов, очень много, целый вот огромнейший вот такой вот Талмуд, где ты должен прочитать и полностью все выполнить эти пункты, а там их там 300 пунктов условий Международной Европейской Федерации. И выходит, что на конкурсной основе выбирается наикращая країна, де проводить? Конечно, конечно. Это не просто так. Вот знаете, захотел, провел. Но так как у нас условия, мы хотим, и нам давали право, так, и рассматривали, хотели Европейская Федерация, хотела, чтобы в Украине прошел, потому что ни разу не проходила ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира, ни этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Украине. Хотя спортивная гимнастика в Украине у нас очень сильная и серьезная. Так. Да, мы очень сильные. Но у нас просто нету инфраструктуры и условий, мы ничего сделать не можем.
Ну, пані Стело, ми віримо в те, що увага оточуючих, увага суспільства буде все-таки прикута до цього питання. Ми будемо тримати руку на пульсі подій, аби все покращувалось, так, і Україна ставала ще і ще кращим. Ми вам дуже дякуємо. І нам віриться, тим більше, що є такі спортсмени, які приносять перемоги, і вони все ж таки є показником того, що у нас вже час проводити ці змагання. Ми вам вкотре ми созріли вже на ці стрільбання. Ми вже готові, вже ж пора. 30 років, як не як. Ми вже зрослі. Ми вже зрослі. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Ми вкотре радіємо тому, що ви завжди разом з нами, і обіцяємо вам ще більше цікавого та корисного контенту. Обов'язково потрібно підписатися на YouTube канал «Правда тут», поставити лайк і написати приємний коментар, бо для вас, шановні, і стараємось.